По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, 78 воспитанников стационарного отделения Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» отдохнут в санатории «Смена» Кисловодска. Первая группа воспитанников «Надежды» уже сегодня отправилась в санаторий. Счастливого пути им пожелала Фатима Даурова. Багажник автобуса все заполняется и заполняется сумками и вещами детей. Еще вчера все чемоданы были уже собраны, и ребята только ждали сигнала к погрузке. С марта прошлого года дети сидели на карантине, не выходя за пределы территории центра. И вот теперь это первый выход в свет за такое долгое время. Мы уже давно сидим на карантине, и мы хотим сказать спасибо главе нашей администрации за то, что он предоставил возможность, чтобы мы могли поехать в санаторий, где мы сможем гулять, отдыхать и где у нас будет много хороших впечатлений. Сейчас это первая возможность у детей за этот большой период выехать куда-то в другое место и вообще выйти за ворота учреждения. Поэтому дети очень рады. Они просто с вчерашнего дня сидят с чемоданами, не хотели даже ложиться спать. Эмоционально это будет, конечно, хорошая разгрузка для деток. Воспитанники реабилитационного центра, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 14 дней пробудут в санатории. Их будут сопровождать воспитатели, социальные и медицинские работники. Но инструктаж перед поездкой обязателен. Какие-нибудь фотографии, ролики будете нам прислать, мы будем добавлять в Инстаграм. Конечно, вы тоже можете выкладывать. На свои странички, да. Хэштег будете ставить. Центр «Надежда», Министерство труда. Кисловодск. Кисловодск. Танцы на дорожку, хоть и без музыки, но с настроением. И на посадку. Дети с нетерпением занимают свои места в автобусе. Радостные лица, ожидающие приключений и новых впечатлений. Впереди две недели отдыха и восстановления в одном из самых красивых и уютных городов Северного Кавказа, в курортном Кисловодске. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.